Другим темам. Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике. На борту был 101 человек, погибших нет. Во время взлета лайнер не смог вовремя оторваться от земли. Экипаж принял решение применить экстренное торможение, но самолет как раз в этот момент поднялся в воздух. В итоге лайнер рухнул рядом с летным полем и сразу загорелся. Как рассказал один из пассажиров, произошло это примерно через 3-4 минуты после старта. Предварительной причиной произошедшего называют сильный ветер. Как сообщили в российском консульстве, наших соотечественников на борту не было. Всего в салоне находились 97 пассажиров и четверо членов экипажа. По разным данным, в больницах с травмами сейчас от 49 до 98 человек. Наиболее серьезно пострадал пилот, так как он находился в самом начале лайнера. Самолет упал. Пока что мы не оценили, насколько серьезно поврежден корпус. Большинство пассажиров смогли выбраться самостоятельно. Однако в салоне были люди, в том числе дети, которые получили ожоги. Сейчас их доставили в больницу. Некоторые пребывают в состоянии шока.